Брестский государственный технический университет – один из вузов Республики Беларусь, где существует военная кафедра. Ее открыли 7 мая 2021 года. В нынешнем, в преддверии великого праздника Дня Победы, чествовали студентов, надевших на себя военную форму и обучающихся на военно-учетной специальности. Будущим офицерам рассказывают не только о том, как обращаться с военной техникой и оружием, но и о том, как управлять личным составом. Всего обучение длится 2,5 года. За этот период молодым людям предстоит вырасти из зеленых юнцов настоящих офицеров и получить звание лейтенанта запаса. Традиционно технический университет тоже накануне перед праздником 9 мая проводит все эти мероприятия, посвященные этому празднику. Да? И сегодня как раз мероприятия посвящены 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как раз и, наверное, то, что символично, то, что у них как бы первый год, да, где была образована и военная кафедра, и как раз студенты, вот, находясь в военной форме, как раз тоже для них, наверное, символично даже принять участие в данном мероприятии. Для гостей мероприятия офицерами военной кафедры совместно с военнослужащими Брестского гарнизона была организована выставка боевой техники, на которой представили как давно использующиеся виды вооружения, так и современные. Планирую стать минометчиком. Вообще, в идеале, я бы хотел служить в РСЗО. Да, но минометчики – это все же более ответственная задача, в принципе. Там намного сложнее, все куда интереснее. Вот. Но все же есть такое вот внутреннее подсознание, когда ракеты летят, этот шум. Вот. Ну, это такое, это свое. Учусь в группе ВП-215, это мотострелковые. Вот. И в целом учеба нравится, у нас очень много практических занятий. Если мы проводим лекции, нам объясняют то, что, по сути, мы будем делать дальше на практических занятиях. После этого мы можем заниматься какой-то разборкой оружия, разбирать по составу там какие-то гранаты, может, ПМ, разбираем там нормативы всякие там по времени, тренируем. И в основном ездим на полигон, на полигоне выполняем какие-то занятия, там тренируемся выполнять свои командирские обязанности, там тренируемся с личным составом. В общем, учеба нравится. Первый год желающих отучиться на военной кафедре порядка 200 студентов, что говорит о том, что патриотическое воспитание и само желание защищать родину сегодня у каждого молодого белоруса на высоком уровне. И в будущем каждый из этих ребят станет офицером запаса и, возможно, захочет связать свою жизнь с военной службой.